Стварыць як мага больш камфортную умову для правядзення галасавання. Гэта бадай галоўная задача як непасрэдна членаў участковых камісій, так і ўсіх структур, што маюць непасрэднае дачыненне да выбараў. З наступнага тыдня ва ўсіх падраздзяленнях гомельскага філіяла рэспубліканскага унітарнага прадпрыемства «Белтэлекам» пачнуць працаваць дзяжурныя. Яны павінны забяспечваць бесперапынную сувязь участкаў з акруговымі і абласнымі камісіямі. Пры ўзнікненні надзвычайных сітуацый дзяжурныя задзейнічаюць рэзервовыя тэлефоны і крыніцы сілкавання. Связісты области готовы к проведению данного мероприятия. Будет полностью обеспечено все виды связи, которые мы предоставляем, а также проведение видеоконференции как с Центральной избирательной комиссией, так и в районах области. Занятки членами участковых комиссий провели и супрацовники Министерства по надзвычайных ситуациях. Тут основная увага надавалася наявности сродков пожаротушения и здольности членов комиссии корыстаться ими. Непосредственно подчас голосования на участках будет организовано дежурство выратовальников. Забеспечивать парадок у гэтай дни будут и супрацовники милиции. Напередодні яны завершили проверку у всех участков. По ее выниках накировали 15 поведомлений об выявленных недохопах. А проща того, зараз в управлении внутренних справ завершены разлик сил и сродков, необходимых для надеянной работы. Будет во время досрочного голосования и в день выборов осуществляться охрана общественного порядка именно на избирательных участках. Поэтому уже были обследованы все участки, в том числе подъездные пути с сотрудниками ГАИ. Были обследованы участки для голосования. И органы внутренних дел 5 числа заступают на службу именно по осуществлению охраны общественного порядка и охране избирательных участков. Олег Сюнцюров, Ольга Коновалова, Максим Славин, телерадио, компания «Гомель».